На церемонию вручения премии лучшим фотографам журнал «Viva» приглашают массу знаменитостей. Все они в разное время блистали на обложках и страницах этого издания, а теперь знают, что сказать о работе людей по ту сторону фотокамеры. Кто, как не фотограф, знает, как показать звезд в новом свете. Журнал «Viva» устраивает ежегодную премию «Viva Photo Awards». Дорого-богато начинается премия знаменитого журнала. Среди гостей, безусловно, в центре внимания фотографы. Прислали письмо, что ваши снимки вошли в несколько номинаций. Для меня было неожиданно, потому что до конкурса уже оставалось буквально считанные дни. Светские беседы о фотоискусстве подхватывают и звезды. Экс-виагра Татьяна Котова знает, как работать с фотографами всех направлений, но доверяет не каждому. Бывает очень часто такое, что когда фотограф пытается поменять человека, пытается изменить его. И, в принципе, это очень часто получается замечательно. Я торможу сейчас. Я рассматриваю обложку своей фотографии до того, когда это выйдет в печать. Там я очень критична, очень хорошо. И потом, когда уже выходит, я, собственно говоря, это яйцо такое, которое уже мы снесли, отложили и забыли. Это меня уже не волнует. Если фотограф работает не с моделью, а вот, допустим, с актрисой, мне кажется, он должен поймать ее характер, ее настроение и привнести в ее образ что-то свое. Вовсе не ради фотоискусства на этом празднике оказывается Артем Михалков. Найти себе инвестора для фильма – вот что важнее. Снимать мы будем в России. Эта история про детскую футбольную команду. Вот, поэтому, если продюсеры меня слышат, вот я здесь стою, приглашайте в гости, я вам расскажу о сценарии. Развеяться приходит и телеведущая Светлана Коногин. Прима, как всегда, поражает присутствующих своим оптимизмом. Я думаю, что это тоже один из таких выходов или возможностей выпрыгнуть из обычного дерьма и обычных наших представлений друг о друге, и о звездах в частности. Кто-то себе выбрал образ человека, скажем так, недоступного. Кто-то, напротив, открывает всем душу. Церемония проходит душевно и празднично. Лучшим фотографам вручаются подарки, ну а для тех, кто остался без призов, до самой поздней ночи выступают лучшие артисты столицы. Владимир Стражук, Кирилл Воротынцев. Про новости.